Двое грабителей из Кентау орудовали в Туркестанской области. В управление полиции Туркестана поступило заявление от жителя области. По словам потерпевшего, днем на улице к нему подошли неизвестные. Угрожая, потребовали деньги и забрали всю наличность. В тот же день в полицию обратился еще один потерпевший. Возле автовокзала двое неизвестных отобрали у него телефон. Ущерб составил около 150 тысяч тенге. Данные факты зарегистрировали по статье 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабеж». В целях задержания подозреваемых за сутки ограбивших двух жителей, сотрудники криминальной полиции Управления полиции Туркестана провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские в течение суток установили личности, задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Кентау. В ходе следствия у подозреваемых изъяли вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.